Я попала на суперплантацию. Сразу 1 000 000 штук. Сейчас я вам покажу. 1, 2, 3, 4. Так. 5, 6, 7, 8. Дальше это не все. 9. Так, сейчас еще видела много. 10, 11, 12, 13, 14. О, сколько много здесь на теплой полянке. Ой, а здесь-то еще. Слушай, у меня так много. Ну не нагибайся, я буду. Ты мне находи места. Но находи места, я буду рвать. Показывай мне пальцем. Смотрите, их просто миллиарды на этом тепленьком поле. Ты где увидишь, мне показывай. С ума не нагибайся тогда. О, такие горячие. Пропустила, да? Ну вот. Вот это плантация. Тут мягкое такое, тепленькое сено. О, а здесь-то. Нагнешься и видишь сразу. Угу. Вон еще один прошли. Вот где. Так, вот раз, два. Вот эти нормальные, но уже много и переросших. Тут потому что теплое место. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Вот этот, вот видите, уже большой, мохнатый, его не надо. А вот эти вот надо. О, о, такое, плантация такая нам попалась. О. Сегодня-то у нас будет вообще много. У нас еще в морозилке лежат почищенные. Я когда мало, чищу и морозилку. Они потом нормально, хорошо крутятся через мясорубку вместе с этими. Пойдут. Ой, ой, колючее что-то. Да. Да я приду, соберу. Не нагибайся. Тихонько. Дойду до тебя. Тут вообще вон везде. О, тут тепло. Это как мульчированное получается. Их тут просто огромное. Смотрите, я не знаю, какой рвать. Вот так вот мы 100 лет не нарывались. На такие огромные плантации. Не знаешь, за какой хвататься. Так. Здесь вот. Да, молоко есть, яички есть. О, один вроде хотела. Я что-то... Люди-то длинненько рвут, а я что-то верхушки одни. Надо, наверное, длинненько рвать. О, сразу кулек наполнился. О, здесь прямо... У пакета я не видела. Фантастик, просто кайф. О. Красотища. Вот так-то я люблю собирать, когда на каждом миллиметре по 100 штук. Вот тут тоже в кустиках, смотрите, они есть много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все в одном вот этом кустике. Вот. Переросли. О, тут есть и хорошие. Их вообще незаметно.
Вон еще один. И вот и два еще тут. Ой, а здесь-то сколько? Лес. Лес. А здесь-то... Смотрите. Ой, сегодня вообще нам везуха. Везуха номер 2. Так, это выпал у меня из руки. Еще один увидел. Ой, не один, он тут два их. В кусти. В кустах. Аж прям это, как грибы, такой же азарт. Такая вот, говорю, весенняя забава. А еще незамеченный остался. А здесь-то сколько? Я здесь уже рвала, смотрите, и не видела, видимо. Ага. Давай, открывайся. Пакетик, открывайся. Так, и вот, смотрите, вроде здесь были. Но еще их вон сколько много. И тут, смотрите, раз, два, три. Тут тебе 4, тут тебе 5. Тут тебе 6, тут тебе 7, 8, 9, 10 штук сразу. И еще один 11. И еще. И еще сразу несколько. И еще. Угу, красиво поют. И еще. Так. Еще и лезет много свежих. О, сразу 2. Холодненькие там лезут. Нормально. Но земля прогрелась и пошло, и пошло. А то был, видите, у нас дуба-дубарина. Дуба-дубарина. А теперь тепло. И вот они, смотрите еще, как много их здесь. Давай, полный уберешь. О, уже большой полный. Да, сегодня даже ведерко можно было взять. Набрали бы. Сегодня нам везет. Шла, видела. Ну ничего, крутанемся еще разик тут. А вы летом, ну вот в начале лета, примечайте, где переросшие увидите. И чтоб весной туда прийти. Я-то вот это место приметила себе, когда переросшие здесь видела и говорила, о, ничего, сколько тут их оказывается было. Вот под этой палкой, под этим деревом. Я это запомнила место. И целенаправленно тут вот ищу. Конечно, мы только одну какую-то десятую часть их видим. Потом переросших, что тут сена-то много. Под ними тоже они есть здесь. Ну, сколько-то мы и насобираем. Сегодня можно сделать будет селяночку. Или омлет зеленый. Ну, какая красивая, мохнатенькая. Мягкая-мягкая. Это не елка, это мягкая. Собираем и песни слушаем. Птицы поют. Во все горло заливаются. Лепота. Еще. Опа. Еще. Вроде уж тут была 10 раз. И снова нахожу. Вот. Крутяк. Мы просто в раю находимся. Ну что, все?
Или не все? Товарищи, пестики, вы все или нет? Так, мы сели посидеть, чай попить. У нас вот такие бутерброды с маслом, с колбасой. На кефирном хлебе. И сейчас чаю налью, чтоб остужался. Сели тут прямо. А, туда. Вниз. Угу. Пулек надо или что? Нет, ничего. Кто-то с воронами. Такого никогда не было. Они все со всего леса собрались в одну кучу. Вон там. Не знаю, видно вам, нет. Штук 30 их там. Гнезда защищают. Какие-то у них воины там. Надо же. Ага. К нам летят все. Балобаны вон. Балобаны гонят? Два. Гонят балобана. А, все, да. Он вниз от них спрятался. Да. Он у них яйца воровать, видимо, хотел. Да. А там, видимо, гнезда. Дальше. Вкусно так? Небо над нами. Насекомых много так. Мы поели, все собрались, дальше в путь.